Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня мы с вами будем делать чай. Вернее, закладывать чай в бутылочку. У меня вот уже закончился, прям вот чуточку осталось. Я решила оставить такая вот баночка. Смотрите, там у меня мята. Ну, сейчас мы все это, в принципе, сюда будем класть. Вот, и у меня уже заканчивается, я решила положить. Здесь у меня, смотрите, все лежит в пакетах, я не стала перекладывать все в чашечки, как это положено, а просто делаю, как это, как бы вы делали дома, без камеры. Вот, все перемешивать мы будем в такой вот обычной голубой чашке. Очень люблю, кстати, голубой цвет. Напишите в комментариях, какой цвет вы любите. Так, и пока вы пишете, давайте я вам расскажу, что у меня здесь есть. Тут сушеная малина, ой, господи, сушеные листочки малины. Так, сушеные листочки, ну, тут что-то они не очень все хорошие. Черной смородины. Здесь у меня чабрец сушеный. Вот, тут мята сушеная. Тут у меня лимон, корочки лимон, такой сякой. Вот, виноград сушеный. Черный виноград, кстати, очень вкусный. В чае он прям вообще бесподобный. Так, здесь у меня шалфей сушеный. Кстати, его довольно мало. Здесь у меня целый огромный мешок, тоже, кстати, очень вкусный. Это у нас вяжущая ягодка. Такая косточка небольшая, она вяжет красная. Такая на грозди висит. Забыл, как она называется. Напишите в комментариях, забыла. Не помню. Так, здесь у нас зверобой. Такой вот коричненький. У бабушки покупала за 50 рублей или 150, не помню. Так, здесь у нас с вами жасмин. Тоже добавим. Очень люблю жасмин. Такой классный. Пахнет. Так, здесь у нас сушеный. А, подождите, это у нас... А, это не то я взяла. Это у нас боярышник. Ну, давайте боярышник добавим. Ладно. Я думаю, что это у меня ранетка. Что-то я не рассмотрела. Так, ромашечки у меня получается вообще прям... Очень-очень мало. Немножечко совсем отсюда вот добавлю. Так, что еще у нас там? Сушеная малинка. Малина сушеная. Она не старая, она нормальная. Вот. Такая тоже чуть-чуть добавьте. Тоже очень вкусно. Сушеная малина. Очень вкусно, я пробовала. И виноград сушеный вот вместе. И, ну и как обычно, зелень, то есть там мята, вот, короче, вот это все очень вкусное. Так, и мелисса. Мелисса у меня вообще очень-очень мало, у нас на даче она почему-то очень плохо растет. И хочу попробовать добавить вот такую вот лаванду. Тоже добавленная немножко, а там будет видно. Короче, у нас получается здесь очень много трав. Сейчас мы посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Ну да, наверное, где-то 15 или 16. Не знаю, пропустила что-нибудь или нет. Сейчас мы с вами как намешаем. Эх, намешаем. Так, ну ладно, давайте начнем с мяты. Мята у меня такая в палочках совсем. Вроде это мята. А, это мята вместе, наверное, с этим. Видимо, на даче-то я торопилась. Уезжать торопилась. И в попыхах нарвала. И тут дома тоже уже сушатся они некогда особо. Ну, потом их это сдираешь. Хранить неудобно, наверное. Кстати, чай получается очень-очень безумно вкусный. Тот я делала тоже как-то так, наобум. Обещала вам, кстати, уже сделать очень давно. Наконец-то дошли руки. А, ну да, здесь и черная смородина есть. Даже что-то еще там есть. А, и малина, я смотрю, здесь. А, здесь сразу сборный, что ли? Или я залезла не туда? А, ну вот черная смородинка. Малина. Малина, кстати, листочки
Много не добавляйте вот именно девушкам. Она там что-то она там делает, я не помню конкретно что. Так. Что-то у меня получается здесь. Так, получается, тесто мы не будем добавлять. Мяты я еще потом добавлю. Черный смородину добавлю. Так. Чабрец. Очень люблю, кстати, чабрец. Когда-то в свое время, кстати, чабрец растет на такой местности, где есть горы. Не знаю почему, но он прям вот любит горы. Мы пытались его посадить дома в огороде. Нет, не пошел. Не захотел он. Шалфей. Шалфей у нас растет в полях. Шалфей, как правило, он такой очень большие, такие раскидистые цветы. Бывают прям такие очень раскидистые, очень большие, листочки у них большие. Мы добавляем все, и цветочки, и листочки тоже, кроме палочек. Палочки мне не очень нравятся, если честно. Как-то одно время, когда я только начинала всем этим заниматься, сбором трав, изучать все вот это вот, я добавляла и палочки тоже, но мне не нравилось. Вкус какой-то другой получался совсем. Ой, какой запах стоит бесподобный просто. Здесь что? Здесь у нас палочки, да? Надо взять сердце. Молимся. А, это, наверное, чабрец пахнет. Так, чабрец, кстати, можно купить на рынке у бабушек, там, если вы не смогли найти. Потому что, на самом деле, чабрец я искала очень долгие годы, смотрела фотографии, картинки смотрела, пыталась у себя на даче их найти, но бесполезно. Не могла его никак найти. И нашла я его, по-моему, только... А, ну, когда мы поехали, да, на какие-то горы со свекром вместе с мужем, и там я его обнаружила. Ба, думаю, что за цветочек принесла, показала свекрови, свекровь говорит, это чабрец. И все, и мы пошли, по-моему, обратно, я его набрала. И у меня было его много. Как он офигенно пахнет. Так что не теряйте надежду, ищите. Так. Что-то тут палок много. Надо было сразу. Ну ладно, потом. Так. Что мы тут добавили-то? А, шалфей. Шалфей я, кстати, очень люблю. Он и красивый, он и рвется так достаточно легко. В этом году, наверное, кстати, будем вместе с вами собирать травы. Куда-нибудь поедем на поля. Теперь у нас дачи больше нету. Если вы помните, мы дачу продали. И теперь будем чаще выезжать с мамой куда-нибудь в лес. За грибами. Потому что, живя на даче, это обычно это было некогда. Почему некогда? Потому что мама везет кучу продуктов, там воду, все это перетаскай, все это привези. Но она уставала, правда. Она уставала. За машиной там иди в гараж, гараж там за 3-9 земель. Да, там еще куда-то. Вези потом, опять же, за 3-9 земель. Так, все, шалфей оставляем. Шалфей у меня тоже осталось мало. Так, виноград. Ну, виноград мы, наверное, добавим. Кстати, это дикий виноград у меня. Виноград, которым, за которым не ухаживали. Это у соседей, он висит прям на заборе. Они за ним не ухаживают. И тихонечко там, пока их не было дома, я пошла тихонечко себе набрала. Вот, бесплатно. А, по-моему, я, кстати, еще покупала. Да, я еще и покупала потом. Потому что набрала я много, посушила. Получилось у меня очень мало. А я очень люблю попить чай. У нас заварочник там, он, даже, видите, стоит. Палочку бросила. А где палка теперь? А, вот она. Заварочник стоит. Вы видите? Вот, на днях должен приехать уже новый заварочник. Точно такой же я заказала. Только побольше немножечко. Вот, сейчас еще побросаем. Немножко побольше. Там у меня 600 миллилитров, а я заказала на литр, потому что нам на семью не хватает 600. Постоянно приходится добавлять воды, а потом уже вкус чая не такой. Ну, винограда можно добавлять сколько угодно, на самом деле. Вот. Так. Зверобой. Который я купила, кстати,
как-то не спонтанно, я вообще не шла, то есть не собиралась. Услышала название, эта женщина сказала, мол, зверобой. Ну, я помню, что вроде в чай добавляется, говорю, что добавляется в чай, да. Ну, думала, ладно, что 50 рублей, не так дорого. Взяла. Ну, почитала, да, добавляется, только надо аккуратненько его, не в больших количествах. Вот. Думаю, мне этого пучка надолго хватит. Запах, сейчас посмотрим. Он, кстати, пахнет каким-то укропом, если честно. Я еще там когда стояла, нюхала, думала, блин, брать, не брать. Думала, что-то каким-то укропом пахнет. Странно. Думаю, не должно же быть так. Ну, что-то внутри. Утинка. Что? Ну, думаю, ладно, возьму, чуть-чуть добавлю, попробуем там. Ну, что думаю, 50 рублей-то, господи. Ни о чем. Что 50 рублей сейчас? Сейчас на 50 рублей, кстати, даже не купишь ничего. Тут еще есть. Надо его помять там. Побить. А, но его надо, знаете, как в пакетик. Пакет такой хороший положить и толкушкой побить, чтобы он там осыпался сам. Так. Жасмин. Очень люблю жасмин. Жасмин у нас рос прямо на даче. Большой такой куст, жалко нам уже переезжать, и он вырос большим таким, большим кустом. Так, здесь у меня лимоны, такие вот они. Я, наверное, кожурочки лимона добавлю. Они как-то будут более... Знаете, мне ощущение кажется, как будто я баба-яга и варю зелье. Так прям все бросаем. Так, ну, конечно же, боярышник. Очень его я вообще просто обожаю. Так, мелисса. Не знаю почему, но она на даче у нас прям росла очень-очень плохо. Ее мы сейчас вот так вот покрошим. Вот. Ну и чуть-чуть оставим. Как пахнут руки, обалденно. Дача напоминает. Вот, оставим ее на следующий раз еще. Так, ромашка, конечно, у меня тоже мало. Я на полях была мало в прошлом году. И, соответственно, ромашечки у меня тоже маловато. Ну, думаю, еще немножко. Надеюсь, что в этом году я все-таки наберу ее побольше. Мне кажется, у нас мало получается, если честно. Так, ну и наша малиночка. Малиночка наша. Лаванда. Вот такая у меня лавандочка. Такие чаи, кстати, продают. Разнообразные. Жалко только, что у них мелиссы нету. Вот так она выглядит. О, обалдеть. Кстати, пахнет, знаете, ну, лаванда, какой-то такой аромат, как будто бы спать. Я уже не спать захотелось даже, честно. Вот, ну, добавим немножечко. Не знаю, как она будет там сочетаться. Вот так вот добавим и хватит. Так, и у нас осталось еще с вами, по-моему, мы не добавили вот этот вот. Опа. Слушай, ну что-то прям мало получилось. Теперь мы все это жмякаем немножечко. Жмякаем. Посмотрим, наверное, чего-нибудь побольше, мне кажется, надо положить. Мяты надо побольше положить. Здесь вот всякие палочки. Смотрите. Какой чай получился? Как у бабушки. Помните? У меня бабушка жила в деревне. Ну, не в деревне, а дача была такая, недалеко от деревни. И там у нее была лужайка. Перед выходом из дачи была лужайка. Я помню, она выходила на эту лужайку.
набирала там всякие вот такие вот травы, мне еще рассказывала, смотри, Наташенька, вот это вот такая травка, это такая. Я была ребенком, мне было годика, наверное, 5-6. Конечно, мне было все это неинтересно, какая там трава, да, наверное, кому нужна. Но чай у меня был бесподобный, просто бесподобный. Вот, давайте попробуем теперь все это засыпем сюда. Может, даже нормально будет. Кто знает. Ну, аромат, конечно, стоит бесподобный. Такой свежий, прям такой, знаете, пахнет летом. Лето пахнет. Накладывать неудобно, все сыпется мимо. Да, так вот, наверное. Главное потом оттуда взять все вместе, а не что-то одно. А, ну все, да. Получилось как раз почти целая баночка. Туда еще можно чуть-чуть там поднасыпать, чего-нибудь найти. Сушеные яблоки, груши, что-нибудь тут подписать, чай. И все. Смотрите. Классно. И сейчас мы с вами его будем пробовать. Попробуем, какой же он вкусный или нет. Ароматный получился или нет. Что там оказалось у нас лишнее, чего не доложили. Сейчас узнаем с вами. Дополнила я все-таки баночку, высыпала, все перемешала, мяту еще дополнила побольше. И смотрите, и шалфей дополнила побольше. Смородинка, листочек. Смотрите, как красиво. Ароматный чай, вкусный. Чувствуете, какой запах у него обалденный? Прям бесподобно. Все травы мира, как будто бы. Так, смотрите, наш чай я заварила. Получился такой темненький. И давайте же его попробуем. Вкусный он или нет. Мне прям интересно. Вкус такой травяной, ароматный. Куча всего интересного. Много разных ароматов. Такой необычный. Немножечко, может быть, он не перестоял. Но я добавила, да, немножечко слишком даже много. Ну, такой напоминает детство, как бабушка делала чай. Такой очень, очень вкусный, но добавлять его надо меньше. Вот, но вкусно, мне понравился. Пишите свои комментарии, как делаете чай вы, из каких листочков, как вам больше нравится. Обязательно пишите. Я комментарии читаю. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.